Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поприветствовали участников ледовой дискотеки, которая прошла на площадке культурно-спортивного комплекса «Назарьевский». Депутат окружного совета Лариса Бархатова рассказала, что сотрудники спорткомплекса каждую зиму поддерживают состояние небольшого катка на своей территории, чтобы жители поселка могли приходить сюда с детьми и отдыхать на свежем воздухе. Дискотека на льду – одна из любимых семейных активностей.